ну, максимум 10 человек. Ага. До этого у меня собиралось 30-40. Потому что пиздец уже очень мало общих тем. Ну что, 152 миллиметра, да? Да, да, да. И Боша тогда ушел. И Боша, будь здоров, я тебе скажу. Это что она? Ебашит там нахуй. Она ебашит, блядь. Танковый, но танки. Этот снаряд как-то со свистом. Вот они стояли на этом. Что, еще бойня дальше будет или что? Да по-любому будет, я тебе говорю. Нам еще Лисичанск брать надо, ё-мо. Сейчас вот ответняк покажут, что отвели технику. Я брат. А потом, мне кажется, пойдут на Лисичанск туда. Да, конечно. Мозгового родина. Я по-любому пойду. Ну а там укропы есть, да, отец? Конечно. А там дохуя ты что? На три мощи, да. Мы тут задохнемся, блин. Ебать, там пахает, наверное, да? Я уже говорю, там пахнет свистом. Если стоишь, вот этот, бусик, блядь. Если как-то стоял метров 50, блядь, то нас подпрыгнут, реально, да. А если рядом... Вот их уже, бля, 80-ми минометами, хуй, блядь.